В Баку около площади государственного флага проходит выставка «Защита границ Азербайджана вчера, сегодня, завтра», посвященная столетию создания пограничной службы страны. Выставка рассказывает о развитии и последних достижениях в сфере защиты границ Азербайджана под руководством президента Азербайджана, верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Горожане, особенно молодежь и подростки, имеют возможность получить информацию о государственных границах Азербайджана, истории пограничной службы, боевой техники, используемые при защите границ. На выставке демонстрируется боевая техника и бронемашины, летательные аппараты, беспилотники, пограничные сторожевые корабли и другая специальная боевая техника, самое современное оружие и боеприпасы, инженерно-технические устройства, применяемые при охране границ, техника для пограничного контроля. Все желающие могут непосредственно ознакомиться с боевой техникой, попробовать блюда полевой кухни и ненадолго почувствовать себя пограничным. Севда Джафарова, Висал Видадеоглу, Гумбат Мамедов, Азартач.